Значит, сделал я вот так вот контакты, вот. Загнул их на заднее стекло и вынес наверх. Вот. Силикончик залил, тут много не добавлял, тут побольше. И вот здесь вот оставил вон контакты для пайки, то есть коррозии поддаваться не будет. Ладно, дальше будет видно еще что. Да, по силикончику зашел ровно. Ну, как бы это уже просто прошло пару дней. Вот, силикон хорошо лег, нельзя. Вот, ровненько заполнил. Оп, уже все застыло. Вот такая получилась батарейка. Вот. Попробую сейчас так вот показа. Немножко бликует, конечно, отражается. Вот такая штучка. Вот как выглядит сбоку. Бликует, не сильно видно, но реально впечатляет. Вот. Немножко элементы разного цвета, но это потому что они там класса B или как там группа B. Такая вот батарейка. Так, небольшой тест батарейки. Значит, сейчас вот дает 3,47 вольта. Мы направим хотя бы лампу. Это так, чисто для проверки. Так, что у нас? Вот. 10,5. 10,6. Ну, это в домашних условиях. Вот. Работает.